А пока вернемся к пенсионной реформе, проект которой сегодня нардепы внесли в повестку дня. И хотя среди депутатов нет абсолютной уверенности в том, что она будет принята, в Кабмине такая уверенность есть. Пенсионные новации утвердят в ближайшее время. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр финансов Александр Данилюк. По словам чиновника, во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, стороны обсудили будущее сотрудничество по программе МВФ. Речь шла о реформах, от которых и зависит транш для Украины. В частности, о пенсионной и земельной приватизации и борьбе с коррупцией. Также во время встречи говорили и о реформе фискальной службы.